Все вроде поехало. Всем привет. С вами Химера Сайбер и Озон. К Да, сожалению, всем привет. у Озона небольшие технические проблемы, поэтому стримить буду я. Ну, как бы от моего лица будет идти камера. У меня очень нубский аккаунт на ру-сервере, так что извиняйте. Я больше играл на Вести. Озон, у тебя будем какой там? Гонять нубов сегодня. Да. Да, небольшие накладочки. Куб сгорел. Вот, надо его реанимировать, поэтому я сегодня с ноутбука. Посмотрим, как вообще это будет. Ноутбук вроде неплохой, но стрим на нем ехать не хочет. Ну, это внезапный голос. Что значит внезапный голос? Вы скажите, как там по звуку, по уровню звука, как меня слышно, как Озона, потому что я тоже винду переставил. Но это я, это мне можно. Окей, да. Как, кстати, у тебя с заставкой? Я пока черный экран вижу на стриме. У меня все нормально. Сейчас я его обновлю. Ты просто play нажми. Ага. Вообще, мне, конечно, было предложение изначально какую-нибудь музыку себе на стрим запилить, но так как у нас запись пойдет на YouTube, к сожалению, увы и ах. Ладно, давай начинать. Давай, сейчас тебе приглас кидаю. Так, ну мы пойдем тогда обычная игра, раз у тебя небольшой аккаунт, да, собираем группу. Добавляю тебя. Ага, и начинаем. Не получится-то сегодня четвертое золото взять и идти дальше к платине. Ну, такой фофан будет больше. Добавить звука, да, в принципе, можно. Надо просто в ТСе взять и поднять уровень. А сейчас скажите, как слышно. Просто у меня тут комп тоже, можно сказать, новый. Может быть, реально плохо слышно. Второго практически. А сейчас. Второго это меня, Озона? Или да, да, второго да. Это Химеру? Раз, два, три, четыре, пять. А сейчас. А сейчас? Да-да-да. Странно, какие-то глюки, короче. Ну, а ты-то меня как, хорошо слышно? Да не, на стриме может выводиться. Наоборот, меня хорошо, Озона слышно. В принципе, я Химеру тоже хорошо слышу. То есть вы говорите, что меня плохо слышно? Ну, вообще. Ладно, сейчас мы как-нибудь с этим разберемся. Но пока надо игру запустить. А, ты уже запустил? Да, уже матч нашел, давай, принимай. Как ты вообще с Лига Легенд? Когда-то играл. А-а-а. Когда-то. Так, ну что? Но это было давно, не правда. Да, Лебланк буду нагибать. Откуда-нибудь. Пофиг где. Могу с тобой на бот пойти, в принципе. Ну, я типа тоже на этот. Ну, я, кстати, на Эш. Это мой первый вообще герой был. Это не Элит, это Химера Сайбер. Озон молчал, вот Озона и не слышно. Сейчас вот помолчи, сейчас я сам посмотрю. Ну, я, кстати, на Эш. Это мой первый вообще герой был. А, я понял, что у меня такое сейчас. Кого так хорошо слышно? Если совсем хорошо слышно, то это Озон, наверное. Вот я прямо сейчас говорю. Так. Ну вот я, кстати, не знаю, почему меня так может быть плохо слышно. Фильтрс. Нет, не то. В общем, ладно, мы эту проблему будем фиксить, я понял. Непонятно кто. А, меня плохо слышно. Хорошо, сейчас ладно, буду исправлять. Мы будем фиксить, я понял. Сейчас посмотрим, что у меня за настройки в TeamSpeak стоят. Понял.
Не, на самом деле, знаешь, что тут может быть? Это у меня какие-то настройки. Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять. У меня какой-то в TeamSpeak стоял отстой по умолчанию. У тебя не изменилось. Не изменилось, так же хреново. Это я у себя должен что-то делать. Ты можешь на нас там мне правой грузится. Кнопкой нажать и уровень. Да поднять. Это я знаю, это уже все сделано. Нет, вообще, конечно, вот последний винда с новыми обновлениями, это просто жесть. То глючит драйвера, то еще что-то, я не знаю. Винда есть. Слышно? Сейчас. Раз, два, три. Озон говорит. Озон все еще говорит. У нас игра сейчас грузится. Игра загрузится. Можно будет перейти в оконный режим. И подправить на мне звук. Подправить, так сказал. Слышно? Сейчас. Раз, два, три. Озон говорит. Так, ну мы будем нагибать. Если мы будем нагибать, нам нужно взять кольцо-нагибалку. Что за кольцо? А вон я взял, которое дает стаки. Которую книжка делается. Пошли на бот. Люди, мы стримим в 60 FPS, если что. Так, лучше стало, да? Говорите. Химер, попробуй на мне что-нибудь там, не знаю, звук зашкалить, погромче сделать. Я себя в тесте вообще шикарнейше слышу. Сейчас. Давай, иди ко мне. Надо леснику помочь так, пинать стало, да? Мобов. Но у тебя еще есть, в принципе, почти минута. Ничего не говори. Я себя в тесте вообще шикарнейше слышу. Сейчас. Давай, иди ко мне. Надо леснику помочь так, пинать стало, да? Мобов. Ладно, там сейчас пипец эхо, ну ладно. Я молчу. Нет, там эхо просто. Я несколько раз пробовал. Ладно, не суть. А я могу включить подавление эхо. Да это не у тебя, это у меня, наверное, что-то с настройками. Ты тут уже все. Я себя в ушах, тебя точнее, хорошо слышу. А вот что на стриме там происходит? Ну, я исправлюсь. Реанимирую ноут. Давай, помогай. Все, уходим. Не забери моба. А то он расстроится. Это у Эш скорость поменяли или она действительно так? Она поменялась, да. Ее реворкнули, в принципе, довольно давно. Но, наверное, ты еще более давно не играл. Не, по-моему, когда я играл, она чуть быстрее шла. Надо забирать сейчас будет их. Давай, берем второй левел и забираем. Ура, забрали. Изи. Сейчас я откачусь, я его заберу, если он не уйдет. Че, ты давно в Лолу не играл? А, лак, ноут. Ну ладно, почти забрал. Почти не считает. Ну ладно, 1-1 разменялись. Ну ты фарми, я сейчас что-нибудь придумаю. Так, нужно взять Даран. И хилок. Бегу нагибать. У тебя флеш есть? Не. Нет, ты труп, я думаю, все. А, ты ж пятый левел, какой там флеш нафиг? Ну да, я тоже помню о флеше, но я его искал. Вначале. Че ты думаешь, черт, я пятый левел. Так, а как, вот знаешь, на среднюю клавишу мыши, как убрать вот эту вот карту перемещения, не знаешь? А там можно в настройках, по-моему, поставить.
Не помню, где-то. Союзник убит. Вот, теперь идеально. Чё там чат? Молчит? На, там фейспалм, рука-лицо от нашей игры. Да я знаю, мне играть надо много. Я, в принципе, раньше ты играл, ну сейчас уже так. Давай, беги сюда, будем нагибать. Куда сюда? Ко мне. На бот. Дай привыкнуть к интерфейсу. Не, реально, вот если сравнивать ту Лигу Легенд, которая раньше была, вот с этой очень много изменений. К ним надо еще привыкнуть. Упс. Я через 10 секунд его заберу, у меня скиллы как откатится. Там, блин, Алистар, вот он бесит. Какая-нибудь Сона была бы интересней. Ходи назад. Просто ласить спокойно, они подойдут, заберем. Непривычный этот, как его, вард на четверочку. Блин, он четвертый левел уже. Я тоже четвертый. Попробуй дать эту волну стрел на Сивир, чтобы попала. Попал. Не, не попал. 7 секунд. О, у меня Игнайт откатился, я могу его забрать сейчас. Отойди, отойди, пусть они пропушат. Ко мне в кусты иди. Союзник убит. Как же она медленно ходит? Вот это вообще просто. Опять попасть. Сзади иду. Да, уходи просто. Да, без флеша, конечно, печально тебе жить. Ну да. Мы по левелу сильно просили. Надо выключить стрим, тогда не просядем. Нормально, нет. Надо идти в агрессию. Пока Сивир 6 левел, мы ее забрать можем. Изи. Так, я пойду закуплюсь. У меня, в принципе, мало жизни, а ты поаккуратней. Конечно, Алистара можно было бы забрать, ну ладно. Сколько секунд у вардов? 60 секунд они стоят. Как-то не по-дотерски. Ну, это же бесплатное, как бы. Вот я сейчас купил фиолетовый, он, в принципе, подсвечивает эти варды и стоит, пока его не снесут. Ну и остальным он виден. А, то есть платные, они теперь бесконечные.
Бесконечные, но они больше без инвиза. То есть, чтобы вард с инвизом поставить такой, который на 3 минуты надо итемы специальные собирать. В свободной продаже их больше нету. Кстати, что ты думаешь насчет ходс? Ну, в принципе, я все думаю попробовать. Давай Алистара заберем. Лучше не пробуй. Не-не, попробуй в него просто попасть стрелами, и я его заберу. Не, я про ходс. Призовые на нем сейчас становятся, в принципе, как в Доте, как в Лиге Легенд. Самих чемпионатов поменьше, что, в принципе, объяснимо. Изи. Вот. Ну, чемпионы смотришь, и вот реально видно, что скиллы и много чего скоммунизировано, да, как бы. Хотя спорно, да, тоже, в принципе. С чего Дота-то пошла. Те же Близзарды. Почему Север не походит? Я хочу подраться. Так, еще скажи, как моя ульта действует? Она также по всей карте или... Да, по всей карте летит, соответственно, в кого попадает, станет. Да. Изменений нет. Окей. Это радует. Хотя бы что-то старое. А, я промазал, вот я косой. Задумался о скиллах и в итоге облажался. Так мог бы забрать. Мне интересно, вход так пофанится чисто. Ну там фана после 10 левела, или когда уже героев раскроешь и уже лигу достанешь. Так, ну 12 секунд я могу Севир забрать, в принципе. Через 30 секунд у меня Игнайт, с Игнайтом 100%, но... Так, аккуратно отходи. Если Алистар так идет, значит что-то тут нечисто. Где-то тут Ксин тусит. Да, вон, отходи, назад, 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 по тапкам. Козел, мой Варс, ты убил. Че там в чате? В чате, скилла, в принципе, нет. Говорят, думал со скилла, но скилла-то и нет. Да. Если я к Севир смогу подойти, я ее заберу с прокаста. Попробую в нее эти стрелками попасть. 7 секунд. Отходи назад. На меня все, что хочешь, повесили. А-а-а! Жизнь, боль. Аки. Как мне с этим жить теперь? Ладно. Взяли книжку. Тебе надо было ульту пульнуть. Станову отправить. Надо было, но я же... Кидай, кидай стан, кидай стан. Вот сейчас прямо туда. Ага. Она теперь просто со смарткаста? Пипец. Ну, это как ты настроишь. Под каждую эту? Я со смарткастом играю. Как отрубить? В этом самом, в горячих клавишах? Тут умение и заклинание призывателя. И быстрое использование. То есть, так, быстрое использование. Во, идеально. Во, а я, кстати, без смарткаста сейчас был. Подправил. Пошли, пошли драться на дракона. На, заберем. Ну там фармит. Двое, как минимум. Подожди, назад, назад, отойди. Отходи. Убегай, убегай.
меня все на КД. Я смогу через... Изи. Ну, вы только сдохли. Сейчас попробую сивирку забрать через 2 секунды. Я в ходс уже давно не играю. Изи. Забрал. Да, нубов нагибаем в лол, в принципе. Это не ранкет, обычная игра. Химера 5 уровень. Его качаем и заодно фуфан. Я на саппорте. Задонатить вышку можно? Что еще раз? Задонатить вышку можно? По-русски? Задонатить. А, вы же не знаете такого понятия, точно. Точняк, я забыл. Сори. Так, Алистар, давай его чуть продамажим. Тоже как-то он больно нагло бегает тут. Ну, он уже убежал. Ну, фармим потихоньку. Купи большой сворд. Big Mother Sword. Кинь стан туда. Попробуй спасти. Уходи. Я не уйду. Щилд, хилку. Хилка тебе сейчас дает, кстати, скорость бега. Без флеша эш не эш вообще. 8-2 на саппорте. Конечно, надо добить, как иначе-то. Все фраги нужно застилить. Ни одного фрага команде. Ну все, можно что-нибудь поинтереснее купить. В принципе, 2000 голды есть. У меня 2000, у меня меньше. Не, я про себя. Тапок, книжка, мармелон. И, в принципе, можно посох бездны собирать, либо шляпу. Шляпа дорогая сейчас очень, 3800. Я думаю, наверное... Билд у них пока ни о чем, поэтому можно тупо в... Урон идти. А, так человек 5 уровень. Ту же Тристану еще купить надо. Тут многих надо купить. Я пойду заберу сивирку. О, у тебя стан есть? 2 секунды. Давай, Алистара. Ой. Не хватило мне бурста. Миллиметры пролетел. Так бы забрали, если бы не мой файл. Так, я на бэк. Тебе, наверное, тоже стоит на бэк уйти. У нас вардов нету. Там Ксин бегает. Еще один Даран, и давайте не, вардик купим. Тима. О, Тима это мой клиент. Правда, он 12 левел. Ну, сборка у него без дефов, поэтому я его с прокаста с игнайтом должен забрать, в принципе, при равном левеле, конечно. Ах, он скотина. Он флешанулся. Я из-за него потратил свою ульту. Теперь 25 секунд ждать до следующего килла.
Так, я полностью настакал книжку. Это не может не радовать. Флэш. Флэшанулся он. Ну что, можно вардик воткнуть? Чуть-чуть крипов подфармить. Ну и что, пошли дальше крипов фармить? Go. Вард у нас есть, в принципе. Так, мне совсем чуть-чуть до ботинка, я буду больнее бить. Нет, с чего этот пистана на халявно дается? Или ты имеешь, что там надо на форуме зарегистрироваться и получить ее? Ты про это? Со скином, которая. Скин вроде только через Facebook, не? Ну это раньше же было. Ну да. Так, я на бэк. У меня мало хп. Кстати, как заюзать банку на другого? Или нет? Давай такого? Тоже. Нет такого. Нет такого? Нельзя банку юзать на другого? Нельзя. Ну что ж такое-то? Есть итемы, которые позволяют скиллы на других юзать, там, снять контроль, либо подхилить немножко, дефа дать. Я на мид, пойду за Тиму поохочусь. О, все, он труп. Я его спас. Сзади. Да я вижу, но у меня на КД скиллы. Правда? Ну, были на КД. Ну, блин, ну, два скилла, не... блин. Альт в тимспике, чтобы говорить, и в итоге постоянно пингую, где не надо. Изи, пизи. Так, у меня есть ульта, на самом деле я его могу забрать. Если он сейчас подойдет. У тебя, кстати, чат глобальный включен? Не знаю, нет, наверное. Сейчас я его включу. А, нет, вроде стоит. У меня игнайт есть. Мы можем драться. Сколько у тебя до ульты? 26 секунд. Больно, ненавижу грибы, блин, еще один гриб словил, да что за жизнь такая, а? Ну, еще один гриб. Пошли не в жопу, короче, я на бэк. Они около дракона все. Ну, мы все грибы собрали, я во всяком случае, поэтому я должен был на бэк уходить, тут без вариантов. Так что дракона, скорее всего, мы просрали этого. Меня убили. А, нет. Какое сдаваться? Они что, офигели? Собирай инфинику потихоньку. Так, у меня стаки слезли. Инфинити, а как он по-русски называется? Ой. Кстати, как ты язык менял? Грань бесконечности, а, всё, в критическом, да, ударе она. Вот, не знаю, мне русский перевод не нравится, мне английский больше. Ты менял в клиенте перевод, нет? Ну, у меня по-русски. У меня русский клиент. Ну, я просто знаю способ, как поменять на английский. Вроде как, можно было. А я уже, в принципе, не читаю особо ничего. По картинкам. Да. Да твою мать, как Тима достала, а?
Может, големов заберем? Которые тут в лесу. Да, в принципе, они нам не нужны. Я бы синий, конечно, забрал, не отказался. Что-то у нас по вардам вообще все печально. Купи синенький вард такой, если он тебе доступен. Ладно. Когда буду на базе. Да, тринкет. Где они все? Сейчас Тима заберу. Попробую в него, я не знаю. Когда он поближе подойдет, стан дать. Ну, не под вышку только. Уходи оттуда. Ты очень неудачно стоишь. Уходи, 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 это вообще. У тебя же ни флеша, ничего нету. Так. Пошли вышку забирать. Тупо в центр. Не ходи туда. Они пошли наверх, а мы вышку заберем. Они сейчас там сами умрут. Пошли. Эй, не лови морды. Так, теперь на бэк и нижнюю тауэр надо дефать. И ко мне сюда, к вышке, иди. Отлично. Забрали. Ну я шляпу-то собираю. У них эко на боте, один труп. Можно барона забирать, в принципе, если там грибов особо немного. Отходи к барону. Сейчас идем. Надо сивир забрать. Иди ко мне. Твою мать, опять гриб. Наверх пошли. Там Тима. Ваша команда уничтожила башню. Так, я на бэк, у меня 100 хп. Чуть-чуть пропушу мид и к вам. Ух. У вас опасно там. Нам бы уходить. Да, уходить. Я к вам. Надо его забрать. Кидай в него стан. Тут трое.
Хреново как-то подрались. Инфинити собрано. Угу. Ксин в жир пошел, да, я его уже не заберу так, просто как раньше. Угу. Как они надоели сдаваться-то? Я промазал. Молодец. Да, отходи. Отлично, подрались. Надо барона забирать, в принципе. Что мне еще можно собрать? Скорость атаки собирай следующую. Он из второго предмета любой. Револьвер, например. Сделано. Отлично. Предметы любой. Револьвер, например. О, ничего себе. Каким это раком Севир забрала Шиван? Тут это ему теперь дополнительные эффекты дают? По тапкам. Теперь я понял, что сзади мне лучше не подходить. Конечно, ты стой вообще сзади. Не, мне самому сзади не надо подходить. Так, я собрал шляпу. У меня теперь урона еще мне побольше. Что-нибудь надо собирать? Пока нет. Сколько у тебя голды? 630. Он 17 левел эко, обалдеть. Около вышки постоим. Там Тима где-то в инвизе затусил. Ага, вон Тима. Кидай стан в него. Давай, стань. Промазал. Изи. Может, что-то на вампирик не собрать, не? Или не, уже, не нужен. Уже не он понерфлен, по самой не могу, да. Окей. Как будет 1000 голды, скажи, либо больше. Уже. Тогда купи этот меч, который не биг... Fucking sword, а который послабее чуть. Так, Севирка. Послабее-то какой? Он за 700 или за 900 или за 800 стоит. Ну, как кирка такая.
875? Да. Из него итем будешь собирать. А какой именно итем? На снижение урона. Ну, точнее, брони. Глашатай смерти, что ли? Наверное. Давай, давай к нам, мы тут деремся, как бы. Чё как? Поздновато. Моё-моё. Все умерли. Пойду подумаю о жизни. Как жить теперь? Ну это игра. Конечно, игра. Сдохни, Ксин, сдохни! Нет, не сдох, отстой. В чате рекомендуют еще танец смерти. Наверное, здоровье. Ну да. Давайте, дефайте, что у нас за команда такая, а? Фу, такими быть. Ну что, давай еще каточку. Ну да. Вот меня только удивляет, как они сделали такую графику. Практически не напрягая. Сборка вообще ушиванная доставляет. Ну давай еще приглашай. Давай. Сделали такую графику. Я на самом деле в Normal, чтобы не соврать, не играл 3 года. Время только в ранке играю. Во, меня сейчас, наверное, будет нормально слышно на стриме-то. Так, ну что, за кого можно пойти? Кто у нас самый трололо? Ты уже выбираешь чемпиона? Ты, да. Ты меня не пригласил. Мать-перемать! Сейчас, подожди. Альт F4? Да, Альт F4. Вышел. Можно пойти. Что-то мне показалось, что эти кино самый тролл. Да, Кисараги, давай, кидай свой никнейм. Я тебя тоже заинвайчу. Ну, мы единственное играем сейчас в обычные. Не в ранкет, а в нормал. У Химеры 5-й левел аккаунт. Всего лишь. И мы познаем DAO. А, срок приглашения истек. А все правильно. Вот, лови. Все. Да, это Рашка. Русский сервер. Так, ну что, есть перерыв 4 минуты 50 секунд. За то, что я грязно кинул наших тиммейтов. Вот. Так что через 4 минуты пойдем. А я пока свой микрофон поюзаю. Как меня слышно сейчас вот? Странно. Сейчас я на стрим запущу. Наших тиммейтов. Совершенно другой человек. Вот. Так что через 4 минуты пойдем. А я пока свой микрофон поюзаю. А, у меня там шумоподавление, все, я понял. Вообще, винда 10, конечно, чудит в последнее время.
Ну, хорошо слышно, хорошо, но там этот шум, как его называют-то? Касуми кинул инвайт. От звуковой карты. Это не очень хорошо для стрима. К сожалению. Ну, мне еще настраивать, а в винду перестановил, так что... А история началась с того, что был установлен как глючный драйвер видеокарты. Mm-hmm. Это последняя версия, что ли, вот это глючит. Кнопочку еще ждать 3 минуты и 23 секунды. Я тут без химеры начал случайно. Случайно. Ну, раньше там по-другому система была инвайтов. Ну, кстати, у тебя целых 3 победы. Это давно было и неправда. Не, на другом аккаунте у меня где-то 200 побед, но это было в каком-то бородатом году, я уже ничего не помню. Так что... Ну, 200 побед сейчас уже... Изменения-то в Лиге Легенд. В Лиге Легенд? Сколько, 2 года не играл в ЛОЛ? Да больше, наверное. И как тебе? Это, в принципе, приятная игра стала, в плане визуальном хотя бы. В плане механики это уже надо детально разбираться. Но визуально приятнее стало, нежели как было в прошлый раз. Все такое, не знаю, как квадратное, что ли, а сейчас уже так. Но хоть графика не мощная, не всем это может понравиться. Но вот это, да, то, что карту изменили, последнее такое крупное обновление. Плюс эти, кстати, сундучки. Вот сундучки, их надо открывать, нужен ключик? Да, ты... Да? Если выигрываешь игру, и у тебя ранг S на чемпионе, либо у кого-то в твоей команде, то тебе могут дать либо сундук, либо ключи. И, соответственно, открываешь эти сундуки, и там всякие образы на чемпионов, какие-нибудь образы тотемов. То есть то, что раньше можно было только за донат купить, теперь можно за хорошую игру получить. Но здесь там есть ограничения по количеству сундуков в месяц, да, то есть там, по-моему, не больше 4. Поправьте меня, если не прав. А что вот значит сейчас обломки? Да. Точнее, не обломки, а осколки. Так, сейчас осколки. Что за осколки? Есть эссенция, ключи. Ну, у меня вот, например, выпало там осколок чемпиона, осколок образа. Вот это что такое? Сейчас, секунду. Вот заново вам инвайт кинул. Сколок чемпиона, не знаю, что-то такого не видел. Ну, это вторая кнопочка в основном меню. В самом высоком. С сундуками? Ну да. Так, ключи, эссенция и эссенция. Осколки и эссенция еще какие-то. Это не знаю. Так, ну что, давай попробую еще раз. Ты покинул игру. 40 секунд. И 40 секунд будет. Я смотрю все 30-е левелы уже. Ну, 30-й левел, да. Как без этого-то? Гоу БДО, Сгара будет БДО. Не с нами. Мы в БДО не играем, к сожалению. Или к лучшему. Ну, левел, да. Я немножко иногда бывает. Там новый чемпион вышел, ну, относительно недавно, волшебник. Мне за него нравится так чисто побегать немножко для себя. Фармить грибов. Или к лучшему. Все, погнали. Я, по-моему, звук настроил. Я понял, в чем проблема. Если будешь настраивать опт-студию, там еще надо прикручивать это. Фильтр гайн называется. Ну, то, что он изначально, он вообще все по давлению на компе у тебя убирает. Тут вообще для меня новость была сейчас. Ну, кстати, проверьте, на стриме как меня сейчас нормально слышно, как и было раньше. Давайте принимаем и погнали. Что, мы с тобой на бот опять пойдем, да? Да. Почему у меня флеша нету? А как флеш сейчас называется? Скачок? Флеш, по-моему, с 16-го левела доступен. Да, скачок. Нет, с 8-го. 8-го уровня.
Так, кого бы взять так, чтобы поинтереснее было? Сейчас подумаю. А вот насчет рун, как их тяжело выбирать вообще? Слушай, я их настроил со второго сезона, не трогай и, больше. И же вот не давай менял. Вот так. Трендамир, а? Как тебе? Тренда. Да ладно, ТС там закрытый канал, поэтому бог с ним. Мы сейчас профан играем, а так у меня... Так. Что-то я в чемпионах потерялся. А давай опять Лебланку. Нравится мне. А давай опять Лебланку. Ну все, игра грузится. Пока грузится, я буквально на одну секунду отойду, воды себе налью. Грузится? А, теперь да, грузится. Я же думал, что я выделил. Так, а я сейчас проверю свой микрофон, если у него зажарите. Правда, просто в чате никто ничего не говорил. Так, а я сейчас проверю. А, все, вообще все идеально, все, я настроил, разобрался. Так, я тут. О, против нас Вейгер. С новым скином? Нет, старый. Ну, ревортнули. А в чем изменение теперь у этого героя? У него кушка теперь. Кстати, двух стоп. Миньонов бьет. А, еще уже убрали же из этого какой экрана загрузки пинг, да? Из абу. Ну, да, из убрали. А с чем это было связано? Типа, сразу начинали в чате флеймить, что ли? Ну, типа того. Что ты не очень. Да как ты можешь таким пингом вообще в моей команде быть? Че, я с тобой на бот? Да, пошли на бот. Добро пожаловать в ущелье призывателей. Это типа я на мид? Ну, давай. Мне против Вейгера стоять самое оно. 30 секунд до призыва миньонов. Блин, я не закупился, вот. Школа Ходса, блин, вообще, ну как так? Ну вот привыкаешь в Ходсе не покупать никаких вещей. Как это не покупать вещей? Там нету вещей. Как же подкопить денежек? Нету там этого, молоток. нету там этого, нету. Да, ну слушай, надо скачать, посмотреть на самом деле. Ты-то куда? Ты на бот тоже. А, ты. На бот беги тогда, к Насусу. Я к вам буду заглядывать. Окей. Не, конечно, можешь посмотреть ход. Ща. Ну давай в следующий раз, если ты сможешь, в следующую среду, давай ход посмотрим. Надо посмотреть по расписанию, у меня может рабочее время. Mm-hmm. И Тима убили. Почему я не удивлен? Тима вообще такой непонятный персонаж. Слишком маленький с грибами. Флэш уже Вейгер сьюзал.
Противник убит. Ну, я тут потихоньку на Вейге кормиться буду. Лебланк — это вообще стопроцентный контрпик по Вейгеру. Хуже Вейгеру только против рыбы стоять. Как у вас на боте дела? Я плышу лейлоком приду. К нам Сона пришла. Угу. И сразу начинает атаковать. Ну, Сона очень агрессивный саппорт. Вейгер где-то шляется. На бэк ушел, что ли? У нас Сона прессует. Ну, я после что придумал, раньше меня нет смысла. Союзник убит. Блин, мне вышка накостыляла. Я еще мимо Вейгера промазал. Я с этой пачки 6-й левел стану. Все, я 6-й левел, что у вас на боте? Пока никого нет. Когда я Вейгер заберу? Странно, куда они делись? Изи, на бэк ушли. Так, ну я через 30 секунд могу к вам еще наведаться, в принципе. Вы пропушили, да, крипов к ним подушку? Ну да. Тогда мне тяжело к вам приходить. Ну, сейчас. А, к вам уже Ноктюрн бежит. За ним охота. А я бегу к вам. Там Сона. Да мать перемать. Как так? Еще не забрал. И стаки потерял. Ну ладно. Сейчас крипов на миде отпушу и приду к вам. Хотя, в принципе, да, там ног.
Нам башку пушит. Ну, сейчас, у меня тоже в линии. Бегу к вам. Сона ушла куда-то. Да я думаю, они хвард, они уже сами ушли. Эх. Ну бы плей. Поставь вард вот сюда. 8 секунд. Да еще раз. Тут уже. Там, по-моему, есть. Давай, погнали. Разведи его. Что-то я косолапо играю. Да мы все косолапо играем. Так, я на бэк. МФ-ка ко мне прибежала на мид. А где? А, ничего себе, на топе? Вейгер. Они решили сменить тактику. Все на топе да. Они теперь? Да, я тоже на топ пойду, что я, чем я хуже-то. Союзник убит. Противник убит. Плохо. КД. Трандала я без ульты не заберу. Ого, тут как выпрыгнули. Да. Это опасный человек. Убит. О, Вейгер, мой клиент. Под вышку спрятался. Да.
У меня Ignite есть, в принципе, я могу на бот сходить. Не помешало бы, а то этот фармится. Да там варды, скорее всего, приду, он по тапкам даст. Кинь в него стан сейчас. Вот прямо сейчас. Я уже не вижу его. Ой, Соно тут. Все, я пошел от вас. Так мы же есть динозавры, это то, что нам надо. Что-нибудь попроще. Так, я себе книжку купил. Союзник. Так, я на топ. Там что-то непонятное происходит. Я уже по фарму отстаю, пока бегаю. Конечно, забирайте. Есть возможность забрать вышку, забирайте. Ага, сейчас. А как он так из виза прыгает? Ну, у него ульта, не это самое, виз. А, ясно, все. Ну, как Сларк, что ли, из доты? Ну, типа того. Где музыка? Ну, если музыка будет, то... Мы можем попеть там. Ну это Лаки написал. Он все равно Хон хочет играть. О, Лаки, давай. Мы в ХС будем, да? В следующую среду, если получится. Давай с нами. В Хон. В Хон, да. Пять секунд ульты, но у нас тут на топе, ой, фу, на боте проблемы. Блин, а вот я что-то не хочу драться на самом деле. С Ренгаром он какой-то оверфит. Так, ну у меня еще есть Игнайт, и в принципе я могу попробовать кого-нибудь забрать. Я по тапкам. Так, я на мид. Враг неудержим. Не, блин, против 12-го левела Ренгара не хочется совершенно драться. Как-то не в настроении. Они на... Ну тут в мид пошли. Так, ну вот сюда надо идти. Забить и там этот моб. Нет, их тут нету. Они на миде. Ча, прибегу. Уходи, уходи, не надо там драться. Это очень плохая идея. Дай стан. Ладно, поздняк метаться. Поздно уже. Надо было чуть пораньше, может, спас бы. Thank you.
Так, я через 8 секунд могу еще кого-нибудь забрать. Ну только не Трандла, слишком жирный. Ваша башня уничтожена. Ну, Ноктюрн отчаянный, конечно. Люблю таких. Да, отлично. 10 секунд, 10 секунд. Великолепно. Еще минус один. Сигру тащишь. Что? Все игру тащишь? Ну да нет. Так. Через 7 секунд могу Вейгер забрать, но не знаю, мне вот в кусты идти, там вдруг там Рингар. Когда я сдохну? Ах, он сфлешанулся. Забирайте вышку. Нас уже там атакуют. Я бегу к вам. Он тебя там просит трек поставить. Ну учитывая, что у меня один монитор, я не поставлю этот трек. Да ладно, человек 5 левел в Лиге Легенд. Не играл 1000 лет. Чего придираетесь? Помните себя, как говорится. Божественно. Что-то как-то я кривовато. Ушел? Да, конечно. У врага серия убийств. Значит, сейчас пойдут по мою голову. Так, я целиком настакал книгу. Купить особо ничего не могу. Пойду кого-нибудь убью. Ну, нормально, Вейгер в атак спит, это самое окей. Сон, на тебя аж испугалась. Ну, я бы тоже себе испугался. Единственное, что мне не нравится, теперь как за киллы меньше экспы дают. И сложнее роумить. То есть уходишь в роум и проседаешь по экспу. Пойдем мид заберем в конце концов. Враг стал легендой. Ой, легенда. Пошли следующую таурку забирать. Пошли. Только куда? Мид. Окей. Так, опасно.
Вард бы в эти кустики поставить. Там их много. Не, вард просто. Ну вот, вот, вард закончился. Получается, какой размен был? 2 на 2, вот у тебя над нормально. Картой. Все, я понял. Ну, мипа сразу съехал. Блин, меня уже Вейгер по левелу догнал, что за отстой? Они за мной охотятся. Один секунду ульты. Мох, как больно. Да. Его нафидели. Беги сюда, к вышке. Да бегу. Да, спокойной ночи. А чего тут за маленькой бегает? Да, не обращай внимания. Не обращай внимания? Да. Точно? Да ну нах, этот Вейгер еще кого-то может убить. Сзади идут. Старайся стрелять в кого-нибудь не в Трандла, а в кого-нибудь потоньше. Так, а у меня тем временем книжка собралась практически. 50 голды не хватает. У меня еще 1500 инфинити. Ну и мипа сейчас отхватит.
Ну, как я и говорил. Не, не успел. Я тоже не успел. У меня ульта была не готова. Ну все, слили каточку. Тут, конечно, Ренгар уже в ваншот практически всех. Мипа. Ну да, Тима. Я их всегда путаю. Я в лол давно уже не играл совсем. Да. Чё, сейчас я кого-нибудь... Да, в принципе, уже 12-й левел, тяжело выстреливать их. То есть там тот же Вейгер, который проигрывал просто на 2 левела вперед. Попробую на мид. Пошли на барона, они там. Подсветись, у тебя есть стрела. Ага. Ну, барона даем не заберем. Ну, барона нет, но мы сможем МФ-ку забрать, если она сейчас нам в лицо пойдет. Вард. Я на вард поставил. На, уходим. Даже уже... Давай, Ренгара, фокус Ренгара. Забрать. Да, все, как будет. Не, его не забрать. По крайней мере, 12-м левелом. А что это за FF20? Ну это типа surrender на 20 минуте. 20 минуту уже давно прошла. Как бы. Ааа, у нас Тима не может забрать Сону. Ааа. Ну у нас игра в какой-то уже превращается. Трешак. Надо где-то... Пойду-ка я на бот, заберу крипов. Нужен левел. Вот это вот что такое? А, это от лесника. А-а-а. Ура, я левел взял. Если мы сейчас вдвоем засветимся на боте, они барона заберут. Побежали на барона. Подсвети, если можешь. Ух, ё, по тапкам уходи. Союзник убит. Ох, ёптись. Он очень перефижен, конечно. Очень больно. Да, у него практически фулл билд на урон. Союзник убит. Мы уже так фанимся. Да мы изначально фанимся.
Уходи, 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 не ведись. Вот это жесть. Так, я не забрал их. Сона в деф ушла. Я ее больше не могу забрать. Да. Вард бы на барона. Кого сейчас? Ну, не дракон забрали. А. Я же подумал, это звук ульты. Да, неудачно под ульту попали. Но у нас Ноктюрн жжет. Ну-ну. Горжет. Он один в команде, что ли, остался у них? Или... А, у них двое, по-моему. Не-не. У них двое. Это еще хорошо, что Ренгар в деф не одевается, то есть его забрать можно. Да, привет, Андрей.
Пошли заберем Вейгера. Попробуем. Ну-ну. Тут уже не собираюсь. Его заберем. Не, ну мы его, конечно, не заберем. Ну хотя бы убил. Крышечка. Парагон точно не помню. В мае должен он выйти, по идее. И общий доступ. Кто будет на шестом сезоне играть? Диабло. Я буду. Ну я 30-го буду стримить. 29-го не получится, к сожалению, на работе. Я 30-го может. Во сколько ты будешь? День 16, но я раньше стартану. Ну не, не сам стрим, а перса буду качать. Я буду на даче. Шашлычок. Отдых. Не, я 30-го засяду. Так, у них там вард. Ой, Насу зря полез. Тут особо ничего не сделаешь. Да, это круто, когда есть возможность ехать на все праздники на дачу. Ну, почти его, но он с ударом. Один удар от Ренгара, 895 урона. Ну что, ГГ? В принципе, пофанились так неплохо. Еще игр 500, и Химера ты будешь нагибать. Может, 1000. Вообще сложно. Да нет. Ну, как бы за одного героя 500 игр. Зато я 6 левел достиг. Ну, слушай, поздравляю. Ну, ладненько, давайте тогда на сегодня закругляться. Всем спасибо. Да, всем покидываю. Завтра у нас по описанию, что у нас в пятницу. В пятницу у нас как-то пусто. Ну, скорее всего, все равно что-то завтра будет. А так, в субботу Диабло, да, с 16 часов, смотрю у тебя по расписанию. И вечером стоп, будет завтра БДО. Точно пятница, завтра четверг. Ай, завтра же четверг! Ты разрушил мой мир. Ну, завтра я так хотел отдохнуть. Завтра 16.00 тимплей Гримдаун от Элиота Гара и Магистра и Терра от Элиота. А мы будем в субботу стримить Dark Souls. Ой, тьфу ты, Dark Souls. Diablo 3. Сразу глаз судорожно задергался при упоминании Dark Souls. Ну ладно, всем пока. Да, всем пока.